Моя репутация волнует меня меньше всего. Самое важное для меня — рассказать историю Эмили Роуз. Основана на реальных событиях. Римская католическая церковь приняла на редкость спорное решение, признав одержимость демонами у 19-летней студентки по имени Эмили Роуз. Сеанс изгнания демонов был записан на аудиопленку, которая сыграла ключевую роль в дальнейших событиях. Вы понимаете, что вам грозит реальный срок? Только я могу рассказать об этом людям. О чем именно? Что на самом деле произошло с Эмили и почему? Кто-то полагается на веру. Она считала, что одержимость началась в ту ночь в больнице? Думаю, да. Кто-то требует доказательств. У Эмили была эпилепсия, убеждения отца Мура основаны на суевериях. Отец Мур просил ей оказать медицинскую помощь? Я не в силах был ей помочь. Почему не могли? Потому что от дьявола лекарства нет. Эмили. Эй, ты меня слышишь? Шокирующая история. Демоны существуют, даже если в них не верят. Заставит вас усомниться. Осторожнее, Эрин. С этим судом связаны потусторонние силы. Во всех ваших убеждениях. Эмили, ты меня слышишь? Эго сумунус квисна мобита интус нера. Эмили! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Началось. Во славу Божию. Шесть демонов Эмили Роуз.